Сейчас я вам продемонстрирую ту операцию вживую на человеке, которую мы с вами только что сделали. В данном случае была устранена рецессия по первому классу по Миллеру. В одном случае присутствует абразия, во втором нет. Толщина кератинизированной десны более миллиметра. Рецессии две сразу мы устраняли. Но методика того же коронального смещения допускает устранение рецессии не в области не только одного, но и двух зубов одновременно. Так. Измерение глубины рецессии, откладывание. То, чем мы с вами занимались. Мы измерили глубину рецессии, прибавили к ней миллиметр, отложили эту точку от вершины анатомического сосочка, выбрали зону препарирования и точку препарирования начала хирургического сосочка и произвели вот такой трапециевидный разрез. Дальше происходит, здесь уже показан дизайн лоскута непосредственно с полнослойной зоной, с расщепленной зоной, деэпитализированными сосочками. Вот этот гель ДТА, которым обработаны поверхности корней. Это мобилизация самого лоскута. Полировка поверхности корня парадонтологическими борами. В данном случае был использован аллотрансплантат, его фиксация обычными межзубными узловыми швами и ушивание слизистого костичного лоскута с сопоставлением хирургических, анатомических. Вот этот результат после снятия швов через 14 дней. Теперь мы с вами рассмотрим тот же самый клинический случай, который я вам обещала. Третий класс. Одиночная рецессия, сочетающая ассоциированное сообразие твердых тканей и отсутствие межзубного сосочка дистально. Методика операции корональным смещением с применением соединительно-тканного деэпитализированного трансплантата с небом. Ну, здесь вот вы видите объем кератинизированной десны, который в принципе отсутствует. Но тяжи и слизисто-мышечного какого-то натяжения там у этой пациентки не было, что позволило нам провести корональное смещение. Еще раз напоминаю, что мелкое преддверие там, наличие мощных слизисто-мышечных тяжей является противопоказанием для данной методики. Выполнение трапециевидных разрезов. В данном случае от высоты дистального сосочка мы также отступали ту же глубину рецессии плюс 1 мм. Соответственно, сам лоскут слизисто-костичный был асимметричный, что было очень сложно для ушивания и фиксации этого лоскута. Обратите внимание, что скальпель расположен строго параллельно оси зуба. Вот движениями от центра зуба, от полнослойного лоскута мы расщепляемся в сторону максимальных вертикальных разрезов. Таким образом выглядит уже препарирование с распатором. Это деэпитализация сосочков анатомических. Я выполняю ее скальпелем. Обработка поверхности корня кюреты. Здесь было пожелание пациентки не восстанавливать эстетически этот зуб, хотя в общем я настаивала о предварительной эстетической реставрации до границы предполагаемого цементно-эмалевого соединения для этого зуба. Но пациентка категорически от этого воздержалась, поэтому нам пришлось оперировать в том состоянии, в котором она была, тщательно просто обработав зону абразии. Это поверхность неба, здесь мы измерили толщину предполагаемого донорского места, выполнили забор синтетиканного трансплантата свободного. Тут эта зона донорская так выглядит, она выглядит в ушитом состоянии. Я останавливаться на этом не буду, потому что Артаваз Гагитович вам все очень подробно, тщательно, поэтапно расскажет об этих методиках. Деэпитализация свободного десневого трансплантата, превращение его в деэпитализированный и непосредственно фиксация аутотрансплантата в области рецессии
с полным перекрытием трансплантата зоны абразии. В данном случае это обязательная была часть, иначе слизистокостичную лоску невозможно было бы зафиксировать в этом участке, потому что глубина абразии более миллиметра была. Вот фиксация слизистокостичного лоскута. На этапе снятия швов не было никаких осложнений у пациентки после операционного периода, все прошло хорошо. А вот это вот результат через год ее. На данной фотографии наблюдается зона выраженной кератинизации, опекальная рецессия, почти полное, к моему удивлению, закрытие зоны абразии дефекта. Потому что я бы, конечно, реставрацию сделала на более глубоком положении, эстетической реставрации, да, предполагаемого цементного малевого соединения. И отсутствие каких-либо натяжений. Здесь вот достаточно сильное отведение щечное было для того, чтобы продемонстрировать вот эту побелевшую зону кератинизированной десны, которая является, в общем-то, залогом того, что рецидива не будет, и клиническая цель устранения рецессии полностью достигнута в данном случае, несмотря на то, что это достаточно клиническая сложная ситуация, третий класс с такой глубокой абразией.